19 июня главный врач университетской клиники «Казань» Альмир Абашев ознакомил почетных гостей, в числе которых были руководители и представители республиканских министерств и ведомств с обновленной инфраструктурой университетской клиники. В частности, введенным несколько недель назад в эксплуатацию хирургический корпус. На сегодняшний день в здании на улице Ершова расположены 6 операционных, высокотехнологичная оснащенность которых позволяет проводить действительно уникальные операции. После обхода в актовом зале Института фундаментальной медицины и биологии КФО ректор университета Ильшат Гафуров объяснил причину такого пристального внимания, которое в ВУЗе уделяется сфере медицины. Желание, чтобы вся инфраструктура заработала и работала как пример для подражания. Я почему на этом акцентирую внимание? Потому что мы готовим будущих врачей, людей, которые придут в ваши же клиники и будут, надеюсь, неплохими специалистами. Но почетные гости, сотрудники и студенты собрались не просто так. В стенах института в торжественной обстановке отпраздновали День медицинского работника, где ректор КФУ поздравил работников медицины с профессиональным праздником. Путь оказания содействия продлению жизни, улучшению в целом качества жизни нашего населения – это самый благородный, самый хороший путь, который может себе проживать любящий себя и свое окружение человека. Если говорить о работе медицинского кластера в целом, важно заметить, что с момента создания университетской клиники продолжается процесс создания общей корпоративной культуры. Поздравляя медицинских работников с праздником, депутат Госдумы Российской Федерации 7-го созыва Фатих Сибгатуллин отметил, что увиденное в хирургическом корпусе клиники не оставило его равнодушным. Еще одним почетным гостем праздника в КФУ стала депутат Госсовета Республики Татарстан Светлана Захарова, курирующая в своей работе социальные вопросы, в числе которых и здравоохранение. Отдельное внимание стоит уделить тому, как оценил работу университетской клиники и КФУ в целом министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин. Хочется выразить слова благодарности Шатар Абхадж вам за то, что вы в качестве приоритетов выбрали бывшую базу ГСНП номер 2, поскольку она оказывает экстренную медицинскую помощь, она работает как скоропомощная больница, продолжает работать. И, конечно, огромное количество поступлений больных круглосуточно. И очень важно было, чтобы, конечно, вот сделать правильное приемно-диагностическое отделение. Отдельной частью праздника, прошедшего в стенах Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, стало награждение лучших научных сотрудников, медицинских работников и студентов. Елизавета Евсефеева, Ленардо Влетьяров, Владислав Михневский, Универньюз.